Мы компания Rebrand сейчас. Самые современные технологии. И быть уверенным, что это будет работать. Возможность познакомиться с интересными людьми. Организовываем уже третью встречу питон-программистов в Уфе, которая называется Уфапай. Это мероприятие объединяет единомышленников программирования, как опытных, так и новичков. Наша конференция посвящена языку программирования Python. Python достаточно популярный, и его философией является открытость и распространяемость. Для разработчика очень важно, чтобы происходил непрерывный процесс перетекания знаний от него к кому-то, и это неотъемлемое условие личного роста. Собственно говоря, сделать сам запрос и что-то сделать после, или если, например, обработка запроса совершилась ошибкой, можем как-то ее обработать. Ну, я в частности рассказал про библиотечку IOHTP, которая позволяет нам работать асинхронно с веб-ресурсами. Обратил их внимание на новые возможности, которые нам предоставляет язык программирования, на котором мы все пишем. И, возможно, эти возможности будут им полезны и позволят сделать те или иные приложения или проекты. С каждым разом участников становится все больше и больше, больше заинтересованных лиц. И те ребята, которые впервые заслушивают эти сегодняшние доклады, задают вопросы, они понимают, что создать собственный сайт, какое-либо приложение, сервис и попробовать заработать на этом денег, оказывается, не так сложно. Вот эти вот фишки, которые здесь были показаны, весьма интересно, попробую прикрутить его где-нибудь в своем проекте лично. Когда с кем-то общаешься, какие-то мелочи, которые не указаны ни в документации, нигде, можете подсказать, куда смотреть, где копать. Стараемся Уфу продвинуть в этом плане технологическом, на новый уровень перешагнуть, развить регионы как кузницу кадров. Мы надеемся с каждой встречей собирать все больше людей, пробовать новые форматы. Возможно, в будущем мы запустим серию мастер-классов по разработки для начинающих и для опытных программистов. Также планируется создание серии курсов. Мы готовы к новым предложениям. Мы ищем людей, которые будут выступать, которые будут принимать активное участие в создании комьюнити.